судебного заседания. Представьтесь. Не хочу, не желаю. Заседание началось уже? Никто, простите. Я? Да. А вы задали вопрос, вы кто? А вы зачем сюда пришли, если вы знаете, куда пришли? Или нет? Нет, не знаю. Случайно? Случайно. Ну, у меня тут есть ценная бумага, которую должны рассмотреть. Я вот ее составитель. До свидания. Заседание открыто? Уважаемый, я же вам сказал, что до свидания. Заседание идет или нет? Прекратительная запись. А, запись рассматривайте. Покиньте, пожалуйста, зал судебного заседания. А, идет заседание? Зал судебного заседания покиньте. Оно идет, заседание? Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Просите близко. Видеосъемку осуществляете, да? Нет, играю в игру. И мы пришли сюда, чтобы играть. Игру играете? Ну, а что вы просто так в суд пришли, зашли в зал судебных заседаний, играете в игры, не хотите назвать свое имя, по какому поводу пришли, ничего не хотите сказать? Играть. Но вы же вы мне... считаете это нормально? Вы считаете это нормально? Вы считаете нормальным перебивать человека? Вы полагаете, что можно так себя вести? Вы считаете нормальным не дать ответить человеку? Уважаемый человек, пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Я составитель ценной бумаги, которую вы рассматриваете. У меня нет ценной бумаги, которую нужно рассматривать. Нету ценной бумаги. А вы назвали себя? Какой составитель? Откуда? Составитель – живой мужчина. Ценная бумага называется административное исковое заявление. Посмотрите внимательно. Покиньте зал. Подождите. Не трогайте. Не трогайте. Покиньте зал судебного заседания. Это на основании чего? Устного распоряжения? Секретаря? Он только что судья сказал, что... Письменно есть распоряжение? Покиньте. Письменно есть? Или покиньте. По вашему устному покидывать? Да. По вашему устному? Покиньте зал судебного заседания. Вы на основании чего действуете? Не надо трогать только руками. Покиньте, отношении вас применю физическую силу. Я выхожу. Выходим. На основании только... Выходим. Мне нужно узнать на основании... Вам только что судья сказал. Я вам повторил. А, вы повторяете просто слова судьи. Покидаем. Так называемого, да? Покидаем. Алёш, ну-ка, спокуха. Ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Покидаем, хорошо. Тихо, без рук. Не надо трогать. Не знаю, все или не все. Сейчас вот объясните, на основании чего вы сейчас действовали. Понимаете, что вы совершаете преступление сейчас? Распоряжение устно. Никакой документации нет. Понимаете или нет? Вы участвуете в преступлении. Зачем вы это делаете? Вот зачем? Что сказать? Вам самому понятно, в чем вы участвуете? В преступлении. Хорошо, посидим, постоим. Под видео посмотрим вместе. Вы же понимаете, что он совершает преступление. Понимаете это? Или не понимаете? Должна быть письменная бумага. Письменная. Никакого устного распоряжения на вас не распространяется. Ну, вот потом подойдете и зададите этот вопрос. Надо же как-то решать вопросы. Это так порешайте вопросы, что? Как так? Ну, вот как они не так не решаются? Вам не объяснить, что вы нарушаете, преступление совершаете. Ему не объяснить. Так не решается, все на бумагах решается. Путем векселей. Он сейчас рассматривает мой вексель без меня, как это возможно. Потом же не я буду им задавать вопросы, а когда его будут отстранять от должности, ему будут задавать вопросы. Выполняйте преступные приказы, а спрос-то потом с вас будет. А предъявку нормально будет сделать? Какую? Получится. Пойду? Пойдемте. Просто подумайте, как... Это в дальнейшем на всех сказывается.